И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вадлер Трансформер, и сегодня я вам расскажу о таком охотнике за головами, бывшем десептиконе Локдауне. Как я вам сказал, что ранее он был десептиконом, но теперь он имеет статус охотник за головами. Рост его 6,7 метра, вес 2 тонны, скорость альтерформа Lamborghini Aventador 350 км в час. Цвет корпуса серо-зеленый, цвет окуляров зеленый. Из вооружений у него это ракеты, крюки, гранаты, меч и дальнобойная пушка, которую он может сконструировать прямо на своем лице. Его девиз: «Я хочу, чтобы мне снова хорошо платили». Из напарников у него это другие наемники. Давайте теперь я вам расскажу, какую роль он сыграл в фильме «Трансформеры 4. Эпоха истребления». В самом начале Локдаун появляется, когда могильный ветер находит автобота Рэтчета. Локдаун наблюдает за этим из ближайшей канавы, как бы это смешно ни звучало, и несколько раз стреляет в Рэтчета. Потом, когда могильный ветер его уже очень сильно ранил, то Локдаун пришел и сказал тому, что ему приходится убирать за всеми автоботами и десептиконами, и говорит, что у того есть последний шанс выжить, это сдать местоположение Оптимуса Прайма. После того, как Рэтчет отказывается от этого, Локдаун того убивает, сказав напоследок, что никогда уже наступило. Дальше, где-то на Северном полюсе или на Южном, он встречается с Аттингером. Это, можно так сказать, самая глава могильного ветра. И он спрашивает, почему же они не смогли поймать Оптимуса в Мехико. И Локдаун говорит тому, что несколько попаданий, смертельная рана, потом агенты могильного ветра упустили его. После всего этого, когда Лукас сдал Оптимуса, то Локдаун прибывает на какое-то зернохранилище и оттуда палит ракетами по дому Кейта. Кейт — это главный герой четвертой части, если вы не знали. Да-да, капитан очевидность. В общем, дальше он преследует их, и в итоге на какой-то заброшенной стройке, когда главные герои застряли в машине, то Локдаун приходит, в этот момент уже все, кроме Лукаса, как раз-таки успевают выбраться. Лукас самым последним, и Локдаун взрывает свою гранату. Как итог, Лукас погибает. После чего Локдаун почему-то перестает преследовать героев. Потом, когда Оптимуса автоботы крушат офис КСИ, то потом за ними высылают Гальватрона и Стингера. Но в итоге за Оптимусом прилетает Локдаун и наносит несколько попаданий, в результате чего Оптимус элементарно не может двигаться. И Оптимус спрашивает, кто его послал, после чего Локдаун говорит тому такую фразу: «Думаешь, ты был рожден? Нет, ты был построен. И твои создатели хотят тебя видеть». После чего он забирает Оптимуса и по случайности застрявшего в машине Тессу. Привезя Оптимуса на свой корабль, он рассказывает, что это корабль рыцарей Тименоса, но теперь это его персональная тюрьма. И он говорит, что он поймал всех рыцарей. Кто не знал, рыцари — это диноботы. Далее он передает людям зерно и собирается улетать, но в последний момент автоботы забирают Оптимуса и Тессу, а Локдаун потом, когда узнает, что автоботы украли Оптимуса, он в бешенстве возвращается и уже пытается убить Оптимуса. В итоге он поначалу выигрывает и даже пришпигивает Оптимуса к стенке, когда тот отвлекся, чтобы спасти Кейда от того самого Аттингера. Он говорит, что ты спас человека вместо того, чтобы спасти самому, и ты просто позор для нас всех. После чего Кейт начинает по тому стрелять, а потом прибывает и Бамблби с Тессой и Шейном.
по итогу локдауна, ну, выбешивает наглость этого человека, и он уже пытается убить его. И в самый последний момент он говорит, что его летает последнее, что видит Кейт, после чего Шейн и Тесса при помощи эвакуатора вырывают меч из Оптимуса, и в самый последний момент Оптимус спасает Кейда и убивает Локдауна, проткнув его мечом, а потом наполовину разрезает на две части. Очень странно звучит, но, увы, это так. Пишите в комментариях, про кого сделать следующую историю. Ну а на этом все. Всем спасибо и всем пока. Идите медленно, проклятие! Давай, Тесс, давай, Тесс, давай, Тесс! Гони! Мое лицо последнее, что ты увидишь! Давай, 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 давай! Честь превыше всего.